ПАО «Новотек» и Кронотский государственный заповедник заключили соглашение, которое закрепило намерение сторон сотрудничать в целях реализации деятельности по сохранению биологического разнообразия Камчатского края. Подписанный документ предусматривает, что «Новотек» поддержит программу по сохранению, учету и изучению популяции дикого северного оленя региона. Главная задача программы – разработка мероприятий по восстановлению численности популяции. Я очень рад, что сегодняшним соглашением мы закрепляем то сотрудничество между ПАО «Новотек» и Камчатским краем, которое уже сложилось и которому мы, конечно, очень рады. Компания «Новотек», наверное, крупнейший инвестор на сегодняшний день на Камчатке. Мы все знаем про мирового уровня проект «Хаб по перевалке сжиженного природного газа», который в процессе практической реализации в бухте Бичевинка находится, который будет иметь большой и экономический, ну и социальный эффект. Но компания «Новотек» известна как ответственная компания, направленная на устойчивое развитие, и мы видим, что уже складывается сотрудничество в сфере изучения и защиты природы. Подписанное соглашение развивает деятельность «Новотек» в области устойчивого развития. Компания в сотрудничестве с научными организациями уже реализует ряд программ, направленных на исследование и сохранение биоразнообразия в арктической зоне. Мы уже обсудили целый ряд дальнейших шагов, которые будут направлены на сотрудничество в сфере защиты и охраны морских млекопитающих, продолжение научных исследований в сфере климата и океана и наращивание сотрудничества в сфере изучения и защиты окружающей природы. Напомним, в январе 2021 года «Новотек», правительство Камчатского края и Федеральная служба по надзору в сфере природопользования заключили соглашение о взаимодействии по экологическому мониторингу акватории, прилегающих к полуострову Камчатка.